Сегодня, 11 декабря 2021 года, в 16-м туре АПЛ все лидеры побеждают благодаря пенальти. В том числе и лондонский Челси, который принимал Лидс Юнайтед. Гости повели в середине первого тайма, Рафинья с 11-метровой отметки отличился, на что ответил голом в раздевалку Маунт. Все основные события поединка развернулись после перерыва. Сначала арбитр поставил пенальти, аналогичное первому, только уже ворота гостей, когда нарушавший правила сразу сыграл мяч, потом сбил соперника. Так что тут все честно. Рюдигер пенальти заработал, Жоржиньо подпрыгнул перед ударом, забил и вывел Челси вперед по истечению часа игры 2-1. Когда же на 83-й минуте Гелхард прорвался в штрафную Челси и замкнул кросс Робертса тычком мяча в сетку, казалось, что вот оно, счастье Юнайтедов, ушли от поражения. Но не тут-то было, и снова настойчивость Рюдигера уже в компенсированное время приводит к пенальти. На сей раз он сразу получил по ногам, когда прикрывал мяч корпусом штрафной лица. И опять Жоржиньо на точке. Все такой же прыжок перед ударом и мяч в сетке. Челси вырывает, буквально выцарапывает победу у Лидс Юнайтед 3-2. И теперь имеем такое расположение лидеров после 16-го тура АПЛ в турнирной таблице. Манчестер Сити 38 очков, Ливерпуль 37, Челси 36. То ли еще будет, ой-ой-ой. С вами был Саныч, до новых встреч.